Мне купил отец крутой BMX, с Италии привез за 9000 евро. Очень мощный BMX. Откуда взял деньги? Дальнобойщиком работал. Пеги, втулки, руль, колеса. Я свои булки на нем катаю до откоса. Посмотри на мое седло, мягкое, широкое, зимой на нем тепло. Ни за что не променяю я его, он лучше за айфон, который выброшу в окно. Когда мне грустно, велик веселит. Даже если от него у меня все болит, то лучше, чем компьютерные игры. 9 BMX за 9000 евро. Damn. Когда я еду в пул, школьницы визжат. Пытаюсь избежать их, но они бежат. Лезут целовать, могут покусать. Просят все на бэмике за 9000 прокатать. Но бэмик только мой, никому не дам. Уйдите все быстро, я сделаю капкан. Я Колян, я делаю капкан. Я Колян, умею лишь капкан. Плюс бэймом по ночам катаю только сам. Девкам ни за что не дам, даже корешам. Дёрти долетят, нафиг оторву стакан. Папа наругает, я его за 8000 даже не продам. Когда-то я в скейт-парке кинул пацана. Продал убитый BMX за 9к. Сказал, что покупал его за 9000 евро. Пацана уже нет в живых, наверное. Что же натворил, его пригнуть убедил. Жизнь мелком погубил, зато на суши денег наварил. Подбежал, добил, раму отобрал и заварил. Пригнул тот же дроп, теперь грехи я замолил. Я калил, нет, я не кал. BMX за 9000 я купил и продал. Я лил кал. Я не кал. Я не кал.